Ребята, всем привет! Итак, воскресенье 12 февраля. Давайте подведем итог конкурса на вот эту беспроводную мышку. И узнаем, кто же станет победителем. Итак, у нас 246 просмотров, 118 лайков и 121 комментарий. Смотрим условия конкурса. Подписка на мой канал, подписка на канал Евген Бай и лайк этому видео. Итак, будем проверять подписку на два канала и лайк. Итак, копируем ссылочку на этот видос. Идем на сайт Лиза On Air и вставляем ссылочку с нашим конкурсом. 246 просмотров, 121 комментарий, 118 лайков. Ну и нажимаем «Мне повезет». Победителем становится Катерина Муляр. Конкурс «Ура!». Давайте проверим, все ли условия выполнила Катерина. Итак. Лайк на моем видосе есть. А также я вижу, что Катерина участвует в конкурсе на канале Евген Бай. И правильно делает, увеличивает свои шансы вдвое. Итак, подписки. Евген Бай есть. Теперь ищем мой канал. Также есть. Умница. Катерина, поздравляю, ты стала победителем вот этой мышки. Катерина, прошу написать мне в моей группе ВКонтакте. И мы обсудим, как ты получишь приз. Ребята, кто не выиграл, не расстраивайтесь. Шансы были во всех равные. Конкурсы на канале мы будем проводить постоянно, так что когда-нибудь удача улыбнется и вам. Все, ребят, вступайте в мою группу ВК, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и до встречи на Ютубе.